Ты почему не даешь интервью, блядь? Пока Олимпиаду не выиграешь? Да. Видите, что он делает? Не хочет интервью давать. А между прочим, его сердце самое большое, какое есть у нас в команде. Правда, он с Гацалом в этом плане может зарубиться. Два льва. Это четырехкратный чемпион мира. Вот была семья.